Всем доброго дня! Давайте пробежимся по новиночкам. Контейнеры пищевые для шашлыка, для каких-то овощей. Эти вот идут с таким среднее отделение, видите, достаточно глубокое. И вот сейчас еще одна разновидность, здесь узенькое оно такое. Эти по 149 рублей, предыдущие 199. Подставка под горячие крышки, под ложечки, когда готовите. Бомбезная подставка. Я себе такую купила. Очень-очень довольна. Пластиковые стаканчики. Ну, я бы не сказала, что это супер-мега-бупер что-то. Ну, приятненькие так и на ощупь. Легкие. Но я бы себе не взяла такие. Сумочки из мешковины, внутри они целлофан, и он получается как приклеенная мешковина к целлофану. Но я эти сумки не поняла, если честно. Мне вот они как-то, да, визуально они симпатичные, кому-то, наверное, они подо что-то подойдут. Мне единственное, что пришло на ум, использовать вот маленький вот этот вариант, как пляжную сумочку. Но опять же, туда достаточно мало чего-то поместится. А в магазин с такой сумкой, мне кажется, ходить неудобно. Я люблю складывающиеся такие сумочки, знаете, чтобы из ничего достать большой мешок. Но это как-то... Хотя сумочки очень симпатичные, но я себе не нашла для них применения, поэтому вешаю обратно. Вот они, видите, в разных расцветках надписи, и надписи сами разные, поэтому присмотритесь. Зато вот что я взяла себе, это вот такую форму. Форма достаточно большая, 28,5 сантиметров в диаметре. И глубокая, прям почти с ладонь. Формочку я взяла. Формочка мне понравилась. Потому что такого плана силиконовые формы в магните стоят порядка 400 рублей. Из той же серии они привезли лопаточки вот такие и кисточки. Тоже с такими же вкраплениями, как...